Всем привет, ребята! Миллион раз уже просили поиграть в Plants vs. Zombies. Новые растения вышли. Окей, давайте посмотрим, что вышло. Во-первых, я могу сказать, что два растения я купил. Или три, не помню, сколько там было. Сейчас мы откроем, не сюда зашел я. Сейчас посмотрим энциклопедию. Я вспомню, какие я купил за все это время растения. Мы сейчас сделаем эпичный квест на алоэ и все остальное. Так, нам надо энциклопедия, да, наша? Смотрим растения, крутим сюда. И смотрим. Значит, вот это растение я вам показывал. Вот это новое растение, я его купил. По-моему, оно платное было. Вот это было платное растение. И вот это платное. Насколько я правильно понимаю, все это было платное. Или одно было все-таки за гемой. Вот я не помню. В общем, напишите мне, кто помнит, что было. Потому что я их просто открывал, но в игру не играл. Я даже не знаю, что они делают. Но я знаю, что вот этот орех, когда съедят, взорвется зомби. А вот этот, он, по-моему, просто кидает, как катапульта атакует. Как-то так. А этот, я вот не знаю, что киви делает, не помню, короче. Тут написано, что отбрасывает, но это когда специальная способность. И damaging thumbs and become bigger, more powerful. А, типа вот это растение становится более сильное, когда его зомби начнут съедать. Только в чем сила, не знаю. Он как атакует, я даже не помню. В общем, сейчас все узнаем. Я вспомню, как играть, все, что там открыл, посмотрим, увидим. Так, у нас какой-то даже квест сделан. Я до этого заходил в квест, у меня не был квест сделан. Я вышел, и квест сделан. Ну, что за мистика? Ну что, поехали. Тут написано у нас 8 разных степов. То есть 8 шагов, чтобы открыть новое растение алоэ. Поехали играть. Ну что, ребят, как вы думаете, будет вообще 12-й мир? Ну или 11-й, смотря как считать там. Ну 12-й, наверное, лучше так говорить. Будет новый мир, или они все-таки делают третью часть? Или они все-таки делают эту игру, портируют ее на компьютер? И давайте посмотрим. Давайте посмотрим на ваши комментарии, я имею в виду. Так, у нас, значит... А, прикольно, я понял. То есть, получается, что у нас будут есть растения орех, а алоэ будет его лечить. Получается, тогда никогда его не уничтожат, что ли, или как-то так? Ну, сейчас заценим. Я пока не знаю, как это работает. Увидим. Работает это растение, оно лечит только вправо-влево, или как оно лечит? Только в одну цель, как вообще работает? Сейчас все узнаем. В общем, давайте увидим. Нам даются всего 4 растения, алоэ, орех, электричество и заморозка. По сути, весь урон должен наносить на этом уровне у нас электрический фонарь вот этот. Вначале я ставлю это все на вот эти места специальные, где у нас солнце появляется. Это именно в мире какой-то там Lost City назывался, да? Забытый город. Забытый город, да. Тогда впервые появилось все это. Давно это было. Год назад, по-моему. Я тогда и помню, делал видос. Это был тоже, по-моему, типа лето, по-моему, было. Не помню, когда выходил этот мир. Ну, год назад это было. Я что-то припоминаю. И как алоэ работает? Он постоянно лечит растения? Или он только время от времени лечит? Его надо посмотреть как-то. Вот я вижу сейчас. Хоп, подлечил. Окей, я это вижу. Но это как бы не особо нужное растение, на самом деле. То есть получается, что надо покупать алоэ плюс блокировщика. То есть два разных растения, надо вместе их ставить, и тогда это все работает. Мне кажется, это не самый лучший вариант. Ну ладно. Увидим, увидим, пока не знаю. Рано говорить пока что. Мне кажется, что тут даже можно орехи больше не садить, так можно пройти. Просто электричество высаживать, все. Но мы так как-то, так надо, будем алоэ добавлять, чтобы посмотреть, что это такое. Но я на самом деле алоэ вообще бы никогда не выбирал, мне не нравится это растение. Ну, может быть, в каких-то стратегиях это будет работать, но просто надо целое растение выбирать для этого и просто лечение получать. И само растение 75 стоит, не такое же дешевое, на самом деле. Поэтому я не знаю. Есть же этот орех, который из будущего, у него же там регенерация жизни, ну, как бы со временем он снова восстанавливается. Соответственно, лечить его нет смысла, например. То есть вот такие орехи только можно лечить. Ну, увидим, увидим, увидим. Увидим, что на самом деле. Может быть, я не прав. Может быть, это очень крутое растение. Так, давайте электричество используем, потому что здесь ребята подошли. Надо их уничтожить тучкой этой. Убили. Хорошо, сверху тоже убили. Последняя волна пошла. Ничего такого. Так, секундочку сейчас. Так, ну этих мы убьем и так. Они все вместе там. Никаких проблем. Снизу этого. Давайте так. У нас есть еда, давайте используем. Ну, очень легкий уровень был. Прям, я не знаю, для новичков каких-то. Тут как бы и не надо было что делать.
Можно было и стенки не ставить, тут все можно было пройти и так. Они все почему-то в центре шли. В основном. Ну, просто чтобы показать, насколько сильна эта комбинация. Но видите, они в конце погибли все равно. То есть алоэ не успевала вылечивать наш орех. Лечить. Может быть, там две алоэ надо ставить. Я не знаю, как они работают. И сейчас мы просто ждем, пока вот эти квесты, смотрите, появляются. Что у меня там миллион квестов разных, и мы сейчас просто их частично делаем. Ладно, поехали дальше. Тут написано в подсказке, что Primal орех любит. Primal орехи любят алоэ, потому что Primal орехи, они стоят 25, у них реген очень быстрый, и как бы... Но у них здоровье меньше зато. Окей, у нас что-то тут интересное такое намечается. Комбинация горохомет плюс пенек. Давно такой комбинации не было. Сейчас оценим, насколько это круто. Ставлю в каждый ряд. Давайте сюда, потому что там чувак с это... С конуса на голове. Пока что стенку не ставлю, я не знаю, что нас ждет. Где тут ставить, что делать. Пока не знаю. Значит, я давайте стенку поставлю вот так. И здесь стенку поставим. Вот тут стенку поставим. Ну, как-то так. Съел все-таки этот чувак, который только что спустился с веревки. Не успели мы ничего сделать. Я просто думал, что может не ставить. Мы его убьем, он какой-то жесткий попался. Тип. Так, окей, здесь у нас будет алоэ. Все как криво, конечно, поставил я. Ну ничего, я думаю, справимся мы. Все у нас будет хорошо. Так, алоэ сюда я поставлю. Чего-то снизу не могут убить того. Вот смотрите, как долго. Я уже двух горохометов сейчас поставил. Должны уже справиться, надеюсь. Все, снизу мы убираем. У нас будет сейчас все красиво очень. Большой урон. Алоэ везде. Вот здесь я тоже алоэ поставлю. А, сейчас этот съест алоэ не очень хорошо поставил его. Ну, я ж не знал. Вернее, я забыл, что они так спрыгивают снизу. Я-то знал. Окей, здесь мы так. Здесь горохомет. Ну, пока все нормально, я смотрю. Легкие уровни. Легкие уровни. Ну, ничего. Я давно не играл. Какой-то интерес у меня есть все-таки. Алоэ может лечить алоэ? Да, может. Но просто это не особо нужно, потому что у обычного алоэ еще мало... Ой, а что-то я нажал алоэ. А, вот, я хоть узнаю, как способность-то работает. Всех вокруг лечит. Но это вообще бесполезно, мне кажется, использовать. Это как бы ни о чем способность. Можно что-то получше. Кому-то другому растению скинуть эту... покормить, и как бы это будет намного эффективнее, чем это. Так, даймонд выпал. Ребята эти пошли. Ну, это уже последние, уже ничего не осталось тут. Мы сейчас всех добиваем. Эти все погибли, можно тут прям двойную стенку ставить. И никаких алоэ вообще ставить не хочу. Какой тут смысл? Кстати, да, вы видите, что, я не помню, было это в моих видео или нет. У меня новый костюм для вот этих вот орехов. Такие вот очки прикольные. Ну это типа, как сказать, какие-то очки. А, это типа младенец, да-да-да, тут же еще трусы. Я что-то только очки увидел. Это типа младенец какой-то в очках таких. Понятно. Трусах. Или это турист, как бы реально такой турист, наверное. Я не знаю, как это правильно считается. То ли это бэйби, типа, ребенок, то ли это турист, я не знаю. Так, ладно, поехали дальше. Пока все слишком быстро и легко. Мы, может, за одно видео тут все и пройдем. Я думал, тут сейчас какая-нибудь сложность будет такая, что я буду по три раза, по четыре перепроходить что-то. А здесь как бы ничего такого. Когда там следующее обновление-то выходит? Что-то новое добавят вообще? А, ну это вот три в ряд опять. Снова. Что-то мне... Я уже столько их поиграл. Пиньята была, помню. Я видео не записывал, просто играл иногда. Какие-то костюмы открывал. Я столько пиньят этих увидел. Ну, они все одни и те же, вот эти вот три в ряд. Они мне так все понадоели. Реально. Ну, ладно. Будем играть. Три в ряд мне на самом деле нравится. Но мне Bejeweled 3 игра нравится. Три в ряд. Но не вот это. Там потому что музыка очень прикольная. Такая расслабляющая, классная. Там как-то, не знаю, прикольно все сделано. Так, я сделал сразу апгрейд, не знаю, может быть, не лучше был апгрейд. Просто увидел, нажал, и все, как бы, чтобы не думать долго, времени не терять. Сразу хоп, и все. Так, сразу 4 здесь у нас. Так, окей, сюда. Так, а вы можете на зомби тогда смотреть, какие там зомби идут. Потому что смотреть, как я в 3 в ряд, мне кажется, не очень интересно здесь, в этом режиме. И сейчас, кстати, посмотрим этот видос, сколько лайков наберет. Как вам вообще нравится эта игра, или все-таки Garden Warfare вы больше ждете? Потому что я не знаю. Мне кажется, даже некоторые люди больше Garden Warfare ждут, чем эту игру.
Но мы посмотрим по лайкам, сколько будет. И будет больше, чем обычно лайков на Garden Warfare видео, или меньше. Сейчас мы увидим это. Так что я обратить внимание. Ну, через день я смотрю. Не сразу лайки. Иногда просто я видео выложил. Это как бы время не очень подходящее. Никто не посмотрит. А вот день пройдет, и посмотрим, сколько лайков наберет видос. Посмотрим, интересно это, играю вам еще или нет. Что многие там писали, я отписываюсь, не играешь в эту игру, все, отписка, фу-фу-фу, какой ты плохой. Ну я был, я же говорил, я отдыхал от игр, я же не могу играть все время. Надо отдохнуть. Вот я отдохнул, сейчас мне интересно реально играть. Не знаю, насколько мне это хватит, на сколько видосов, на сколько часов. Но пока что еще интерес есть. Так, так, вот сюда. Давайте лазеры. Давайте огненные сделаем, окей. И какой красиво огненные стреляют. Комбинация такая красивая. Так, алоэ здесь вроде как лечит кого-то, но толку никакого, мне кажется, от них. Так, потому что стенки у нас не всегда попадаются так, что они находятся сразу в крайнем правом ряду, поэтому от алоэ здесь как бы никакой пользы. Можно было любое другое растение поставить, это было бы легче. 92 из 100 у нас. 92 из 100, 94. Осталось чуть-чуть. Вот здесь я вижу, алоэ было в 3 в ряд, и здесь 99, и все. Победа. Окей, это было третье... Третье испытание, я не знаю, как это назвать, степ 3, типа. Ну, третий уровень на пути к новому растению, всего 8. Соответственно, сейчас четвертый, и мы половину прошли. Довольно-таки легко, ничего такого сложного. Награда, наверное, только растения. Здесь, кстати, какое-то было обновление, я видео не делал, я там костюмы за эти даймонды купил, за алмазы. Там было 3 или 4 костюма, может 5, не помню. Короче, все купил. Может быть, вот этот вот как раз-таки костюм, который я говорил, очки вот эти, это, наверное, откуда, оттуда может быть. О, вот это уже сложнее уровень, потому что нам надо защищать наших вот ребят, которые вот эти стоят там, орехи. И надо, короче, лечить, наверное, их, но их выкопать могут. Вот здесь, может быть, алоэ играет, так что я возьму, наверное, алоэ. Посмотрим. Потому что у нас... А, нет уже алоэ, да, мы должны открыть алоэ. Тут не дается, окей. Давайте попробуем за 150 вот эту штуку. Вот эти, которые взрываются, попробуем, просто заценим. Мне нравится за 50 это вот этот минка, она мне нравится реально очень. Мой взрыв возьму. Чисто взрывы какие-то собираю, сейчас смотрю. Здесь будут летающие мухи, да? Давайте тогда ветродув возьмем. Где он, ветродув наш? Есть ли у нас ветродув в этой части-то? О, заморозочку хочу, мне нравится заморозка. Так, где? Я уже давно не играл, забыл, в каком ряду. Это давно, по-моему, было. Вот он, 50. Я думаю, хватит столько, я не знаю. Может быть, мы проиграем, может нет, увидим. Давайте смотреть, что у нас тут. Ставим... О, да, я открыл же этот костюм тоже у нас, видите? Не помню, было у меня в прошлом видео, не было. Давно было просто видео, я уже не помню, что у меня было открыто, что нет. Вы напишите, кто вот внимательно смотрит, можете написать, был у меня костюм, не был. Так, окей. Так. Первый зомби, но он простенький. Давайте заценим новое растение. Просто как оно стреляет вообще. Оно будет стрелять или оно сблизи стреляет? А, оно, оказывается, сблизи только стреляет, окей. Что не очень круто, да, получается. А, это плюс огонь, получается. У нас заморозка будет слетать, так что я зря, наверное, купил. Но я просто хочу посмотреть, он убьет этого зомби или нет. Просто что будет зомби? Или он только сблизи? А, вот он начинает бить. Ну, урон, я смотрю, хороший, быстро убивает. Не нравится то, что радиус не очень такой дальний. Близко только, когда подходит. Ну, что, разберемся. Так, давайте сюда гриб поставим. Защищать же надо этих ребят новых. Вот и будем защищать их. И здесь тоже гриб. Заморозку надо будет потом. Но заморозка не работает, потому что у нас уже огонь. Поэтому, наверное, пока не буду заморозку ставить. Нет смысла никакого. Или все-таки эти огненные не сбивают заморозку. Я просто не знаю. Может быть, давайте вот так проверим. Так, на всякий пожарный я там минку поставлю. Потому что защищать надо. Я думаю, тут сложно будет. Или тут опять легкотня какая-нибудь будет. Вот этого я, кстати, уберу, потому что он далеко стоит, он сам не атакует никого там. Заморозочка пошла. Прикольно. А, тут разлом появился прям, смотрите. Я аж забыл, что тут разломы бывают. И да, кстати, капкейк, ну, в смысле, мороженое или на голове у него, или что там. Да, мороженое, видите, у моего дракончика огненного. По-моему, у меня уже это было, да? Просто забыл. Было, не было.
Так, взрыв нужен, потому что здесь дофига. Просто их дофига. В одном месте прям скопление какое-то. У нас очень много монет, всего прям. Можно что угодно вытворять сейчас, потому что вообще на все хватает. Просто везде ставь и все. Кстати, походу они заморозку-то не снимают. А, нет, снимают. Я вру. Снимают, да. Поэтому это минус их, то, что они огненные. Заморозка слетает. Не очень круто, да, получается. Ну, ничего. Не, эти как огненные, в смысле, ледяные драконы, они как огненные по урону, и поэтому все нормально. Довольно-таки быстро мы проходим. Может, в конце что-то сложное будет. А, вот чувак начинает двигать все здесь, да, у нас. Я не знаю, что делать с ним. Давайте заморозим их всех. А теперь вот так еще сделаем их. Обратно уберем. Блин, не получилось. Надо было по-другому. Ладно, давайте тогда вот так сделаем. Вот так. Окей, здесь заморозочка. Вроде все нормально, да, у нас? Ничего такого. Это последняя волна. Тут разлом сейчас закончится и все, походу. Кстати, летающих не было, по-моему, или я просто не заметил, мы их так быстро убивали. Получается, мне ветродув вообще не понадобился, вот, вообще ни о чем он. Лишний слот взял. Тоже легкий уровень какой-то, я не знаю. Это просто как расслабон какой-то сделали, эпичные квесты эти. Может быть, в конце там что-то будет, может быть, 8-й уровень, 7-й, 6-й, что-то сложное. Пока что ничего такого. Там главное, чтобы гаргантюа были, вот они сложность добавляют, а так... Так несложно. Ну что, идем 5-й левел. Смотрим, что там у нас на 5-м. Половину прошли. Так, летающая стрекоза. Эти выкапывают. Ничего такого. Ничего сложного абсолютно. Так, я тогда сейчас буду по-другому. Огненных этих не беру. А что мы возьмем? А что это за ноль, я забыл? Give instant burst of sun. Give instant burst of sun. А, я забыл, что это, честно говоря. Мгновенный солнце какое-то. А, это типа солнце производит, да? Одноразовое, что ли, растение или все? Да, наверное, одноразовое. Я уже забыл просто. Давайте тогда отбрасывать их будем вот этим вот электричеством. Так, там будут, которые копать, их очень трудно убить, да? Давайте вот это. Мне нравится анимация такая. К сожалению, у меня костюм не выпал. Я просто не туда нажал, так он мне выпадал, просто я не выиграл в пиньяте его. Так он мне выпадал вроде, насколько я помню. Так, окей, и что у нас одно осталось? Надо стенку, да, какую-то? Стенку, тогда и эту самую крутую, ну, самую последнюю, 75. Которая быстро восстанавливается. Здоровье, наверное, у нее столько же, как и обычной стены, я не знаю, посмотрим. Ладно, давайте двойную скорость для начала, чтобы не ждать. Так... Ждем, 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 ждем. Сейчас будет у нас солнце первое. Ставим сюда. Я не знаю, зачем я так ставлю. Может быть, не надо, но... А по центру можно вот так заморозочку поставить. Здесь у нас будет вот так. Такое вот начало. Здесь у нас сразу мину поставлю. Если кто полезет. Электричество есть у нас возможность купить. Я покупаю. Пригодится, я думаю. Ну и начнем где-нибудь еще поставим. Побольше. Так. Здесь у нас вот так стенка будет за 75. Электричество полетело. Первый быстро умер. Так, вот этого хорошо электричеством убивать. Ну и морозить их хорошо, которые выкапывают. Так, давайте вот... Да, как раз таки электричество хорошо пошло на них. Так, что еще? Давайте так придумаем, что нам еще надо. Теряли мы, к сожалению... подсолнух, потому что прямо тут чувак этот зомби спрыгнул. Ну, пока легко, пока ничего такого. Я только эту стенку здесь добавлю. Здесь мы электричество еще сделаем. А здесь будет вот так. Окей. Потому что там вот дамочка с зонтиком у нас находится. Здесь я, наверное, взрыв использую, потому что что-то у нас проблемы. Мы потеряли ледяного дракона одного. Не очень круто. Там я минку сажу, сейчас она вырастет, минка-то, и взрыв будет, я думаю, сразу же. Ой-ой-ой, О, отлично, а то я думал, он выкопает минку. Не может он выкопать минку. Все правильно. Так, окей. Так, давайте этих добавим. Вот сколько их там много. Сейчас бы какой взрыв кинуть, и все. Все будет готово. Ну, заморозка хорошая, но взрыв все-таки круче.
Я, кстати, на YouTube видел сравнение вот этой мины, которая новая. Виноград, вот этот дикий виноград, или как он там называется, мина. Ой, не мина, а бомба. С черри-бомбой. Ну, конечно, черри хуже намного, потому что радиус такой же у этой минки. Такой же урон, такой же скорость восстановления. Ну, то есть, когда ты посадил следующую, можно через такое же время. Через 40 секунд или через 30. Короче, все то же самое, но плюс у дикого винограда есть вот эти вот сами виноградинки, которые взрываются. То есть это огромное преимущество. Так, окей, взрываем, и последняя волна. Давайте где-нибудь минку там поставим. У нас очень много солнца было, и как бы вообще очень легко прошли все. Все очень легко, реально. Да, пятый уровень пройден. Поехали, шестой. Монетки поднакопил. Я немножко тратил монеты, потому что в пиньятах как-то я часто использовал суперспособности эти. Не знаю, зачем там можно было проходить и так, но... Потратил я, короче, какие-то монеты. У меня было больше. У меня 110, по-моему, даже тысячи было. Или 105, не помню. В общем, потратил. Но сейчас я заработаю, потому что, видите, уровни прохожу, не трачу ничего. Так, вот это сложный должен быть уровень, потому что нельзя на спорах ничего садить. И, короче, это у нас получается минус два ряда. Соответственно, нам надо очень много взрывов взять, потому что надо защищаться как-то. Поэтому я возьму так. Можно взять вот так, можно мину взять. Давайте через взрывы вообще будем играть. Просто все у нас будет. Так. А где... Так, окей, здесь. Перчик этот, Ghost Pepper, который... что еще? Что еще? Можно черри-вишню брать. Ну, это уже, наверное, перебор будет прям. Вишню еще брать. Надо что-то стреляющее тогда взять. Давайте вот эти, вот это растение за 150. И что-то еще у нас есть место. Так, у нас стенка есть. Кто здесь? Летающие стрекозы. Давайте попробуем, если они будут пролетать. У нас будут проблемы, чтобы их не взрывать. Мы просто их сдуем. А где у нас за 50... Так, я ж видел уже, видел, что-то потерял. Где-то здесь, да? Блин, а был же. Ветродув-то за 50. Вот он, нашел. Я просто в последнем ряду искал, а он в предпоследнем. Так, окей, начинаем, как обычно. Очень много надо поставить, чтобы солнце было. Тут халявное солнце каждый раз, поэтому очень легко будет это все делать. 50 каждый раз солнце получаем, поэтому никаких проблем. Так, зомби пошли по центру. Ну, мы их взорвем тогда, этих первых. Можно не беспокоиться. Мы продолжаем подсолнухи ставить. И никаких проблем не должно быть. Так, здесь я поставлю вот так. Надо было ставить на другое место, но я там подсолнухи хочу ставить, поэтому решил так поставить. Так, окей, сейчас этот палатку поставит свою. Ну, можно вот так ее, наверное, взорвать, и палатки не будет. Я не знаю, будет палатка сейчас или нет, если мы вот его спалим. Нет, палатки не осталось, очень удобно. Так, перчик у нас со всех сторон. А, нет, он только так, окей, я забыл. Окей, значит, мы минус ставим, он ее выкопает и взорвется. Сейчас прям это и произойдет. Так, ветродув нам нужен, используем ветродув, хорошо. Так, продолжаем ставить. Так, у нас ребята сейчас будут прыгать. А, они еще налево атакуют, а что вообще классно, вот эти вот. Отлично, можно справиться. Правда, урон у них не такой прям большой, чтобы они быстро убили этих ребят. Да что, не все так просто, не все так легко. Ой, там я... Так, вот этого надо уничтожить. Дедулю, который с черепком. Так, здесь у нас ничего нету, здесь надо взрывать. Я много взрывов взял, поэтому придется сейчас все это делать. Ой, этот просто взял и уничтожил. Окей, так. Так, давайте вот так вот. Смотрите, какой перчик крутой и жесткий получился. Он всех сейчас уничтожит. Прям всех. Так. И последняя волна пошла. Че так быстро? Я думал, что сейчас прям вообще сложность такая будет. Но вот сложность так сложность. Сдуваем этих. Кто там остается? Да никого нету практически. Все. Дамочка осталась. Дамочку убиваем. И этот чувак остался, который злой гений какой-то там. Волшебник. Все. Шестой,
6 уровень пройден. Ладно, чтобы какую-то интригу сохранить, следующий 7-8 я прохожу в следующем видео. Плюс пиньяту пройду, плюс что-нибудь еще, посмотрим, что там еще изменилось в игре. Так что в следующем видео продолжаем. Надеюсь, вам понравилось. Алоэ мне растение не нравится, но мы его откроем, но его как бы использовать я не знаю. Напишите, как его лучше использовать. Мне кажется, это просто пустая трата как бы целого слота под растение. Можно что-нибудь получше взять, как бы, поэтому я считаю, что это бесполезная вещь. Поэтому так, мое мнение. Так, сейчас, секундочку. Я просто вебку решил поставить. Вот там, видите, в углу. Сейчас и где это? Вот здесь такая штука. Это солнце светит просто на хромаке, и поэтому он так отображается. Поэтому я думал, веб-камеру немного подвинуть, чтобы что-то и поменялось. Но ничего не изменилось. Ладно. Надеюсь, вам понравилось видео. Так что будет продолжение. Я, может быть, еще парочку сниму видосов. Я просто не знаю, что тут делать еще в игре, понимаете? Нового мира нету. Бесконечный режим мы все играли. Как бы можно еще поиграть, но просто я не знаю. У меня там еще много игр играть. Например, Angry Birds Epic надо поиграть. Там какое-то обновление даже выходило. А дальше надо поиграть Hungry Shark World. И надо еще поиграть, скорее всего, Kingdom Rush в Steam. Я уже играл, 5 уровней там прошел, но там еще 10 осталось. Поэтому я только прошел 33% игры. Там много чего делать. Ну, еще World of Warcraft, конечно, есть. Я в него играю просто так. Я понимаю, что вам эта игра не нужна, но мне как бы расслабиться, поиграть самотов. Ладно, до новых встреч. С вами был Андромалик. Спасибо за просмотр.